Всем-всем-всем доброго времени суток. Перед вами задание по математике международного исследования PISA прошлых лет. Для зрителей на концерте рок-музыки было отведено прямоугольное поле размером 100 метров на 50 метров. Все билеты были проданы, и поле было полностью заполнено стоящими фанатами. Какое из следующих чисел является наилучшей оценкой общего числа людей, посетивших этот концерт? И даны варианты ответов 2000, 5000, 20000, 50000 и 100000. Данные исследования PISA проводятся среди школьников 15-летнего возраста по всему миру. Российские ученики именно данное задание провалили, так как 28 только процентов решили правильно. И немного коротко информации. Последний раз PISA проводилась в 2018 году. Результаты будут в декабре 2019 года. Приняло 80 стран. А результаты исследования 2015 года говорит о том, что у нас по естественно-научной грамотности Российская Федерация занимает 32 место, по математической грамотности 23-е. По читательской грамотности 26 место. Принимало 70 в 15 году стран, в 18 году уже 80. Общее количество 15-летних учащихся 536 тысяч по всему миру. А теперь вернемся к нашей задаче. Данная задача, как бы она из жизни, у нас имеется прямоугольное поле, в котором длина 100, а ширина 50 метров. Мы можем с вами сосчитать площадь данного поля в квадратных метрах. Площадь поля будет 100, умножаем на 50, мы получаем с вами 5000 метров квадрат. 5000 метров квадрат. Для того, чтобы узнать, сколько же человек у нас может уместиться в 5000 метров квадрат, нам нужно данное поле, наверное, разделить на квадраты. То есть квадрат со стороной 1 метр. То мы получаем что? Мы получаем у нас 1 на 1, 1 метр квадрат. А сколько же человек может уместиться в одном метре квадрат? Вот главный вопрос, то, что должны были ответить ученики, сколько именно человек может уместиться в одном метре квадрат. И при этом не мешать друг другу, потому что если будут мешать, то пойдет немножко там давка и так далее, да? Один метр квадрат мы можем разделить на части. У нас получается 4 квадрата, и в каждом квадрате может уместиться из жизненной ситуации, или даже взять лифт, да, в котором там максимум 4 человека, но лифт у нас не 1 метр квадрат, там поменьше, а здесь может уместиться у нас 4 человека, то есть в одном метре квадрат у нас 4 человека умещается. Значит, в поле размером 5000 метр квадрат может уместиться 5000 умножаем на 4, и мы получаем 20 тысяч. 20 тысяч человек. И правильный ответ у нас С. 20 тысяч человек. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. До новых встреч!